Здравствуйте, дорогие наши друзья и зрители телеканала ТБН. С вами пасторы Петр и Галина Беднюк в программе «Твой лучший день». Здравствуйте, дорогие друзья. Мы сегодня будем продолжать тему «Цари и священники». Как важно нам понимать эту миссию, которую возложил на нас Господь. Через то призвание, которое мы имеем, мы призваны в Его Царство. И мы продолжение Его Царства здесь, на земле. Поэтому, дорогие друзья, слушайте эту передачу и внимайте тому слову, которое Бог хочет просто запечатлеть в вашем сердце. Чтобы вы, знаете, не были как не слушатели, только забывчивы, но чтобы вы отреагировали на то послание, которым Бог благословляет вас сейчас. Божье избрание, дорогие друзья, и Божье желание, чтобы каждый верующий человек, который последовал за Ним, вошел в Божье предназначение царственного священства. Вы скажете, может быть, это слишком высокое такое звание и титул. Нет, дорогие друзья, мы не имеем права занижать Божьих стандартов, которые Бог поставил для нас. Это не просто стандарты. Это высокая цена была заплачена для того, чтобы мы не унижали и не умаляли того действия благодати в нашей жизни, которую Бог явил. За недостаток ведения, за недостаток знания гибнет народ, Писание говорит. Я вам хочу сегодня сказать, мы хотим вам показать на основании Слова Божьего. Может быть, не на нашем опыте, которым мы имеем. Опыт – это хорошо, но я вам хочу сказать на основании Слова Божьего. Писание говорит, что от Иисуса Христа, который стал свидетелем верным, верным и истинным, Он сделал нас царями и священниками Богу и Отцу Своему. Почему? Потому что Он возлюбил нас, омыл нас от грехов наших кровью Своею и соделал нас царями и священниками Богу Своему. Если мы свою жизнь позволили или отдали Богу, мы стали новым творением, мы приняли Его жизнь. Поэтому за эту жизнь новую была заплачена большая цена. И как же Он делает нас царственным священством, если мы верой принимаем ту жертву, те обетования, которые Бог совершил через Мессию Иисуса Христа в нашу жизнь. Мы становимся причастниками божеского естества. Мы примиряемся с Богом, мы становимся носителями Божьего мира, Божьего Царства. И Господь хочет, чтобы мы царствовали на этой земле, чтобы мир Божий, который превыше всего, мог царить в наших сердцах. Поэтому апостол Павел и говорит: «И тогда владычествует или царствует мир Божий, шалом Божий в ваших сердцах, которому вы и призваны». И напротив он говорит: «Да не царствует грех в смертном теле вашем, чтобы вам быть рабами и слушаться греха». Но да владычествует мир Божий в ваших сердцах, дорогие друзья. И мир Божий – это не просто, знаете, какое-то умиротворение, и вот я себе мир себе какой-то нарисовал. Мир настоящий, истинный и неподдельный, только приходит через Иисуса Христа. И так, оправдавшись с Богом, мы имеем настоящий мир с Богом, через Иисуса Христа, верой оправдавшись. Поэтому, дорогие друзья, сегодня мы будем говорить о том царствовании Божьего мира. Это Его Царство. И Господь говорит: идите и проповедуйте Царство Божие, Царство Небесное по всей земле. Кто будет веровать, тот будет спасен. И мы видим, сколько обстоятельств, ситуаций в нашей жизни, которые пытаются выкрасть этот мир. Пытаются нас, знаете, страхом. Страх, безнадежность, разные ситуации, которые происходят в нашей жизни, мы так иногда, смотришь, люди так легко поддаются на какие-то провокации. Знаете, чуть-чуть им дали, и уже завелся. И уже они испугались, и уже они волнуются, и уже они недели проходят, а они все еще, как будто бы вот только вчера у них произошло это там трагедия какая-то. Понимаете? Как нельзя? Я понимаю, что, знаете, когда вас ударят, может быть, на какое-то мгновение вы теряете равновесие. Но вы должны понимать, что сразу раз, знаете, сгруппировался, как говорится, и отреагировал, и баланс. Понимаете? Дорогие друзья, звоните, пишите. Мы продолжим эту тему, когда возвратимся. Мы продолжаем, дорогие друзья, эту замечательную программу «Царственное священство». Это действительно Божье сердце, Божье призвание, Божье желание, чтобы мы были царями и священниками.
И вы знаете, мы просто входим в этот удел. Это великая честь. Мы когда-то не народ были, не помилованы, но ныне сегодня народ. Народ Божий, дорогие друзья. Сегодня помилование есть над нами, потому что совершила жертва помилования за наши грехи. И Он действительно простил, очистил, омыл нас и соделал нас царями и священниками. Вы скажете, да какой же я царь? Да, дорогие друзья, где бы вы ни шли, где бы вы ни находились, Слово Божие говорит, вы являетесь царственным священством. Так у меня нету царских никаких одежд. Господь вам дал новую одежду, царскую одежду, одежду праведности. Он забрал эти лохмотья. Вы сами ему отдали на самом деле. Поэтому, дорогие друзья, не забывайте, кто вы в Боге. Когда мы забываем, когда нам кто-то говорит, да ты недостоин этого звания. Дьявол нас напоминает нам о нашем прошлом. Напомните ему о будущем. Куда он должен идти. Поэтому, дорогие друзья, сегодня очень важно осознать, принять, поверить и принять то призвание, которое Бог имеет для каждого из нас. Ведь очень печально, за недостаток ведения, за недостаток знания гибнет народ. Народ Божий, тот Господь говорит, где вы уже мой народ. Поэтому мы народ святой, дорогие друзья, взяты в особый удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. И мы действительно, осознавая эту миссию, мы понимаем, насколько важно беречь. Беречь то призвание, беречь тот удел, беречь вот эти одежды. Посмотрите, когда мы осознаем, что мы одеты в чисто, в белом, мы аккуратно себя ведем. Мы стараемся не выпачкаться. Если мы понимаем, что мы такие, знаете, выпачканы, человек не обращает даже внимания. Поэтому важно осознавать свою позицию, что нам действительно дали эту новую чистую белую одежду. И мы должны беречься для того, чтобы нам не пачкаться. Поймите, что если люди думают, все, мы оправданы, омыты, и больше мы, даже совершая грехи, мы уже нет нужды даже просить прощения. Дорогие друзья, если мы понимаем, что если мы где-то влезли, то мы сразу понимаем, должны сразу как бы вот почиститься. И вот хороший пример, знаете, на что? Когда вот мы понимаем, что овца, она действительно такая чистоплотное животное, она не любит, в грязь не лезет, она старается, если где-то вступит, это она уже, как говорится, может сказать, не исключено, что она может где-то вступить. Понимаете? Вот о чем мы когда уже последовали за Богом, это не исключено, что где-то мы попались в грех, где-то обольстили нас, где-то обманули, где-то не пободрствовали. Но что? Мы ответственны быстренько прийти снова туда. Снова, чтобы нас омыть, снова под струю крови Иисуса Христа, снова вы осознаете, исповедуете свой грех. И написано, он, будучи верен и праведен, прощает. Исповеданный грех, а не тот грех, который вы уже начинаете оправдывать. Говорите, не так уж страшно, другие еще хуже делают. Да не так уж это как бы вот большое преступление. Понимаете? И вы становитесь на путь дьявола, где он уже как бы защищает грех. Он говорит, все нормально. Это понимаете, вот мы сегодня видим, как мир этот пытается навязать нам свой грех, и не просто навязать грех, а согласиться, что это норма. И вот смотрите, с другой стороны свинья. Она не наслаждается чистотой, она как раз любит полежать. Мы видим, что как раз, когда рисуют свинюшку, да, что она в луже, она наслаждается, сидит в грязи, вот такая вся грязная, вся такая сидит, вот это хрюкает там, можно сказать, понимаете? Вот эта сущность нашей падшей природы. Когда она наслаждается грехом, она наслаждается, когда грязно, она наслаждается, когда вот... И мы видим, что люди не только что они наслаждаются, они еще хотят всех выпачкать. Они еще хотят, чтобы все признали, что это норма грешить. Понимаете? Насколько важно нам не просто не попадаться, а понимать, держать этот стандарт. И держать твердо, и написано, не просто ты храни заповеди, передай детям твоим. Какая ответственность на нас сохранить, чтобы дети наши знали, что вот это чисто, вот это нечисто. Вот это правильно, вот это неправильно. Дорогие друзья, позвоните, напишите. Мы возвратимся через несколько секунд, чтобы продолжить эту тему. Друзья, мы продолжаем эту замечательную тему «Царственное священство». И действительно, да не царствует грех в смертном нашем теле. Оказывается, может на троне в нашей жизни царствовать грех.
Вот как на том примере, свинья, она царствует, она в своем, в этой грязи. Но, дорогие друзья, Господь нас вытащил из этого болота и поставил наши ноги на камни. И Он хочет, чтобы мы, как царственное священство, это высокий титул и звание перед Богом, который Он дал нам, чтобы мы могли совершать священное действие. И мы можем только царствовать благодаря тому, что Царь славы, Царь мира, Он живет в наших сердцах. И Он хочет, чтобы было место Его царствованию в наших жизнях. Чтобы это царство мира Его, праведности и радости распространилось на этой земле. Поэтому все, что делал Иисус, это проповедовал Его царство. И вот здесь написано, вот царь будет царствовать по правде, и князья править по закону. И каждый из них будет как защита от ветра и покров от непогоды, как источники вод в степи, как тень от высокой скалы в земле жаждущей. И очи видящих не будут закрываемы, и уши слышащих будут внимать. И сердце легкомысленных будет уметь рассуждать, и косноязычные будут говорить ясно. Да. Здесь пророческое слово, где Господь хочет, чтобы люди, которые слышат, но не слышат, они услышали. Те, которые говорят, но они неясно говорят, они не исповедуют, что Иисус является царем в их жизни. Они что угодно говорят, они многое говорят, их остановить невозможно, но они не исповедуют того, что Иисус есть Господь, Он есть князь мира, князь и царь их жизни, и не распространяют Его царство на этой земле. Вот о чем говорится. И каждый из них, те, которые являются царственным священством, они будут как защитники, они будут, как, знаете, эти посредники. Мы не Иисус, но Господь хочет, чтобы мы служение примирения, да? Угу, как царственное священие. Написано, мы как посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим примиритесь с Богом. Мы сегодня Его тело на этой земле, поэтому Господь работает через свое тело, и Он наполняет свое тело всею полнотою, чтобы мы могли отобразить Его царство, Его послание на эту землю, чтобы Его царство утвердилось, чтобы Его царство распространилось. Царственное священство имеет особый удел, оно имеет особое избрание распространять именно совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Царственное священство, оно распространяет Божий свет на этой земле. И не просто свет, а свет жизни. И кто последует за этим светом, не будет оставаться во тьме, но будет иметь в себе свет жизни. И вы сегодня являетесь светом жизни. Если вы последовали за своим царем, вы сможете стать в проломе за эту землю и быть действительно тем человеком, исполнить ту миссию, которую Бог вас призвал как царственное священство. И мы должны понимать, что все то, что в Боге, это свет. А там, где нет Бога, там тьма. И написано, не любите мира, не того, что в мире. Понимаете, и Бог ответственность на нас возлагает, чтобы мы не любили мирской системы мышления, мирской системы вот именно отношений человека к человеку. Бог хочет, чтобы мы совершенно были другими вот представителями Его Абсолютно. Власти, Его царства, Его характера. Понимаете, это важно. Некоторые думают, о, это внешнее, это вы любите, там, знаете, кольца одели, там, а серьги, значит, вы покрасили, значит, вы любите мир. А могут ненавидеть людей, могут совершенно иметь такой, знаете, горделивый такой дух, который превозносится над другими, над братьями и сестрами, унижая. И я знаю, что люди есть такой легкостью, могут критиковать и унижать народ Божий, что я просто в ужасе думаю, вы тело Господне унижают, это голову унижают, понимаете? Он глава, а мы тело. И если вы легкомысленно так можете унижать, так это вот мирская именно система, понимаете? Там, кто выше залезет, то унижает низшего человека. Поэтому, дорогие друзья, бодрствуйте. И Бог хочет просто, чтобы предупреждать вас, чтобы оградить вас от этой тьмы мира сего, который пытается вторгаться в нас. Поэтому оставайтесь с нами, мы возвратимся через несколько секунд. Дорогие друзья, мы в программе «Твой лучший день», и сегодня мы продолжаем нашу замечательную тему «Царственное священство».
И, дорогие друзья, действительно, Слово Господне, Дух Святой предупреждает нас, чтобы мы не любили мира, не того, что в мире. Потому что все, что в этом мире, есть похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, они есть от Отца нашего Небесного. Поэтому это разрушает, это есть грех, это приносит нам смерть. Поэтому так и сказано, не любите. Апостол Павел говорит, что да не царствует грех, а грех приносит смерть и разрушение. А что такое грех? Неверие. Грех не просто, когда кто-то убил другого человека. Да, это грех. Мы так думаем, только это грех. А всякая неправда. Разумеющий делать добро и не делающий, тому грех. Дорогие друзья, мы сегодня должны в свете Слова Божьего направить луч света Божьего в нашу жизнь, чтобы всякая тьма, она могла быть обнажена. И как сказать, как Давид говорит, «Испытай, Господи, и узнай помышления сердца моего, и зри, не на опасном ли я пути». И мы должны ходить во свете, подобно как Он. Тогда кровь Иисуса Христа, когда мы исповедуем наши грехи, ходим, значит, во свете, если исповедуем, то кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха, и мы имеем дерзновение к Богу. Дорогие друзья, это очень важный момент. И написано действительно, дружба с миром есть вражда против Бога. Когда мы становимся на сторону мирского мышления, и вот мирское отношение этих, мирского мировоззрения, понимаете, мы становимся враги Богу. Мы враждуем против Бога, потому что мир, он враждует против Бога. Как он враждует? Потому что они показывают вот этот стиль жизни, это норма. А Бог уже сказал и оставил свои стандарты и сказал, что вот это грех, вот это преступление, а вот это мерзость, мне противно, если вы будете так поступать. А люди говорят, какая мерзость? Это нормально, это когда-то было ненормально. Это свобода. Не мешайте нам самовыражаться, нам так хочется, нам это не нравится, нам нравится это. А Бог говорит, это преступление. Понимаете? Вот такие вещи, которые мы видим, что сегодня уже до такой степени те страны, которые, кажется, европейские страны были, настолько христианские, настолько они были, столько пробуждения там прошло. И когда народ Божий огня Божьего не удержал, а огонь Божий – это присутствие Божие, это святость Божия. Не удержали, и знаете, там компромисс допустили, там компромисс. И сейчас в этих странах, где был очаг пробуждения, очаг как раз вот Божьей славы, где было явлено им столько славы, сегодня столько мерзости, понимаете, которая кричит и навязывает все, что христиане уже молчат. Они уже не могут даже сказать, поднять голоса за правду. И написано, если вы не поднимаете голоса за правду. Понимаете, мы несем ответственность поднимать голос за то, что истина, а что ложь. За то, что свято, а что есть осквернение. За то, что грех, а что является не грехом. Понимаете? И люди перевернули буквально то, что грех, они говорят, это нормально. А то, что нормально сказать, обличить человеку, что это ненормально. Они говорят, это преступление, ты попадешь за это в тюрьму, потому что ты говоришь нам, что это нельзя делать. Понимаете? И мы стоим перед выбором, занять позицию Бога или занять позицию просто молчать. Понимаете? А Бог говорит, что если вы, кто не собирает, тот расточает. Тот, кто не за меня, тот против меня, получается. Понимаете? Тот против меня. Молчание – это тоже грех. Если ты промолчишь, то придет погибель. Действительно, дорогие друзья, на нас действительно Господь возложил эту ответственность, чудесную ответственность быть благовестниками Его Слова, Его истины. И как прекрасны ноги благовестника, благовествующего благое, говорящему Сиону, воцарился Господь. Как прекрасны ноги тех людей, которые благовествуют Божий мир. И да не царствует в сердцах наших грех, чтобы нам повиноваться Ему. Грех сегодня, он просто разлагается, разлагает наши жизни, уничтожает наши жизни, приводит, конечно, в итоге к смерти. Но дар Божий жизни вечной во Христе Иисусе. Поэтому, дорогие друзья, примите этот дар Божий, Божьего мира, и вы будете благословены. После короткой паузы мы возвратимся. Дорогие друзья, вы в программе «Твой лучший день». Сегодня мы продолжаем тему «Царственное священство». Цари и священники Богу мы.
те, которые последовали за Ним. Мы сегодня делаем этот выбор, исполнять эту миссию примирения. И сегодня, когда мы видим, что тьма просто она сгущается и старается просто поглотить свет, но на самом деле истинный свет, он всегда вторгается, и тьма убежит. И написано, что тьма покроет всю землю, а над тобой воссияет Господь. Над нами воссияет Господь, когда мы будем хранить Его святость, когда мы отделимся от мира сего и не будем отождествляться с этой нечистотой, поймите, с этой мирской гуманной системой, которая пытается затушить этот огонь Божьей славы, огонь Божьего, Божьей святости, понимаете? Чтобы осквернить, это использовать не по назначению, то, что мы должны нести с Божий свет, и дьявол хочет, чтобы мы молчали. Он хочет, чтобы заставить нас просто согласиться с тем осквернением, которым он уже настолько разложил людей. Поймите, что мне даже жалко, мне настолько жалко этих людей, которые отдались просто дьяволу. Они, кажется, что, знаете, некоторых ненависть, а мне просто жалко их, потому что они оскверняют образ Божий. И они уже настолько сами далеки от Него, понимаете? И мы думаем, что ну что подумаешь там о себе, чем они занимаются, кого это волнует? Мне просто противно то, что тот образ Божий, что мы должны быть похожи на Бога, понимаете? И дьявол оскверняет, что показывает, что человек, он настолько уже не понять, что это женщина или мужчина, или вообще, понимаете? Даже таких вещей, казалось, которые Бог конкретно разграничил. Бог разграничил и сказал, что вот он отделил даже свет от тьмы. Он сказал, что вот это день, а это ночь. Понимаете? И когда мы показываем, что нет, вот это мужчина, это женщина, вот это чистые животные, это нечистые. Понимаете? И настолько все ясно, но когда мы начинаем допускать компромиссы в одной эре, мы не замечаем, как приходит эта тьма в другую сферу. Понимаете? Очень важно просто отдаться Богу и сказать: Господи, покажи, где я допустил компромиссы, где уже мне эта нечистота вторглась, и я даже не знаю и не разумею, и мы спокойны, потому что и даже у нас нет противления к этому. Это уже говорит о том, что тьма зашла в церкви, и уже рукополагают священников, которые живут, знаете, нетрадиционными, даже уже брачными отношениями. Это печально. Это не просто печально, это страшно. Поэтому, дорогие друзья, сегодня время поправить свое положение, поправить светильники, потому что, да, угасают эти светильники, тьма как бы давит, но Господь говорит, чтобы масло было на наших светильниках, чтобы наш огонь горел и не угасал. И действительно, когда приходит свет, приходит огонь, даже не нужно рекламировать, вот я здесь огонь пришел, видите, что я огонь, не надо. Точно так в нашей жизни. Нам не нужно о себе рекламировать, но когда мы куда-то появляемся, мы являемся царственным священством. Нам не нужно говорить: я царственное священство, вот смотрите, у меня тут даже жезл такой есть в руке или чего. Понимаете, свет, когда появляется, всем понятно, что о, светло стало, хорошо стало, видно стало. Все замечательно. Поэтому, когда мы появляемся, мы носители Божьего света, Божьего царства, царства Его мира. Мир тот, который исцеляет. Мир тот, который спасает. Мир тот, который восстанавливает. Поэтому, дорогие друзья, вы имеете великую честь и привилегию. Не забудьте об этом. Где бы вы ни находились, где бы вы ни шли, просто идите с этим осознанием. Идите, действительно исполняя эту миссию. Вам не обязательно что-то, может быть, такое совершать, когда вы скажете: я бы вот что-то там бы говорил. Может, вам и не нужно что-то говорить, куда вы идете. Вы просто будьте представителем Царства Божьего. И слушайтесь, о чем Господь вам подскажет, что те действия и совершайте. Да. Исполняйте Его поручение на этой земле, как царственного священства. И Писание говорит: как сами, как живые камни, устрояйте себя дом духовный, священство святое. Вот, потому что мы Его народ, чтобы приносить Богу жертвы благоугодные. Когда мы несем Его мир и совершаем Его священство, эти жертвы, они приемлемы Богом и благоугодны Ему. И действительно, мы видим важность от того, что нести вот то поручение и ту миссию, и то послание с Его характером, понимаете, с любовью.
У нас оно слово, можно сказать, оно обличительное. Мы идем на конфронтацию, поймите, с этим миром. Но оно должно быть с любовью. И поймите, что вот если любовь Божья, она покорила ваше сердце, она покорит самое ожесточенное сердце. Только с любовью. Если мы, знаете, вот с таким, может быть, ненавистью и с такой раздражением несем, мы не несем истины. Мы вроде бы имеем правильную информацию, но это не является истиной, потому что она уже поврежденная. Понимаете? И написано: щит и ограждение истины его. Щит и ограждение от обольщения, от обмана. Это истина Божья, дорогие друзья. Поэтому мы просим вас, позвольте Богу, откройте сердце Ему свое. И позвольте, чтобы эта истина, она была приемлема прежде всего вам. Чтобы вы согласились с Его истиной, со стандартами Царства Божия, с Его заповедями, с Его принципами. И тогда придет этот мир Божий. И тогда вы будете этим примирителем. Дорогие друзья, мы благословляем вас. Благословляем на примирение с Богом. Мы благословляем вас на мудрость Божию, которая будет направлять вас и сопровождать вас. И умудрять, и просто вести вас на те злачные пажити, где вы будете питаться от престола Божия и будете нести этот хлеб Божий другим людям. Дорогие друзья, спасибо, что вы были в программе «Твой лучший день». И мы благословляем вас и посылаем вам шалом.